Доброго утра! Иду будить детей, потому что в Афоне сегодня праздник. День защиты детей в садике. Ночек, сынуль, доброе утро! Сынуля, у кого сегодня праздник? Кто сегодня будет лимоном? Улыбаемся? Просыпайся, улыбайся, сына. Ну, просыпайся, ну, улыбайся. Я хочу стать дедушкой Люси. На дедушке Люси? А может, до бабушки Гали? Ты будешь улыбаться? Доброе утро! Антоха даже проснулся. У кого-то сегодня праздник? Доброе утро, мой хороший. Доброе утро. Ты выспался? Да. Молодец. Да. Это что за ласточка просыпается? Я можно сколько воды посмотреть? Посмотри. Так ты вставай. Сразу до бассейна смотри. Смотреть, сколько там воды, да, сынок? Много? Не-не, надо же ее закрывать, сынуль, наоборот, чтобы же это сюда ничего не попадало. Так что накрывайте на крывашку. Почему она лежит, если она должна быть натянута? Ну, потому что мы ж не натянули, и тут же вот шланга, видишь, нужно ж плотно натянуть. Папа еще ж добирал. Так, ну что, доброе утро, страна. Доброе. Сегодня уже вечерком купаться будем. Да нет, еще не нагреется. Да, будем купаться уже. Да еще не нагреется. Ну тогда я буду. И я буду. Только мама покупает. Фунь, посмотри на... Посмотри на меня. Но мама меня в обед. Посмотри на меня. Ты почему такой красивый? Почему ты такой красивый, сынок? Потому что у меня сегодня праздник. Какой? День защиты детей. От кого? От Ольги. От Анатольевны? Да. На танцы. Готовится ко дню района, да, сынок? Так, в общем, я хотела сказать, что Антошка поехал на танцы. У них сегодня репетиция ко дню района, 11.06 у нас день района, и Машастовка будет шествие, в общем, всех станиц района, такой а-ля карнавал. Не знаю, какая будет тема в этом году, посмотрим. Вот Антоха поехал на репетицию, Гриша идет всегда с карате. Вот, так что нам везти в этом году двоих детей. Обычно я везу только Гришку, а с Антошкой мы смотрим. В прошлом году было очень интересно, были самолеты. Посмотрим, что будет в этом году. Вот наш бассейн днем. И дети каждые 5 минут буквально бегают проверять воду. Я потом еще заеду в магазин «Оазис», узнаю по поводу химии в бассейн. Но пока мы ее греем. Вот так вот, черный экран. Пробуем. Дети просто пробуют и говорят, она уже теплая, но она только сверху теплая, снизу еще не прогрелась. Забираем Афоню пораньше. Да нет, еще вода там не нагрелась. Чего ты это берешь? Подожди, сейчас я все открою. По травке? Да, это травка, сынок. Когда-то здесь был газон, но сейчас он уже пропал, и просто травка зеленая. А вот это газон? Нет, это тоже травка просто. И это травка больше. Угу. Пошли по травке, можно ходить. Да, пошли, мы сейчас сюда пойдем. Осторожно, дерево. Самокат и скейтборд? Да. Не знаю. Да, я забыла. Вижу.
Антош, ну как тебе репетиция? Что там Гриша делал? Спал. По-моему, спал. Сейчас пойдем посмотрим. А что он сейчас в бассейне? Да, там еще холодная вода. Чего вы пристали к этому бассейну? Все равно, если холодно, мы все равно побежим вечером. Да, подождите еще. Че, Афоня, вот это грязный, в садик сходил в белой рубашке, сынок. А, на черную? Да, на черную. Давай. Что? Да это никто не насылал, это капли воды. Вода испарилась и белые пятнышки оставила. По-моему, еще рано. Да нет, не рано. Тут что-то произошло, да? Я тут... What? Что произошло? Будем тогда сейчас объезжать. Так, надули шарики. Сейчас идем поздравлять Викторию. На что я согласился? На что ты согласился? Я тоже. Я... Фоня уже сам, да? Да. Самый главный гость. Да, самый главный. Мы смотрим, да, Бестяйкина. Куда мы путешествуем? В город Тува или Тулун? Тулун. Тулун, да? Так, мы с мамой вяжем укроп. И сегодня первый день, когда мы включили кондиционер. Потому что уже жарко. Вот 36 показывает в машине у меня на градуснике. Вообще, да? Как хорошо. Завтра первый день лета. Ура! Я уже сейчас жду Гришку. Едем с ним, купим ему кроссовки. Хотя бы самые обычные сейчас станицы. И он на карате. Сегодня первый день карате, когда они на улице. Папуля наш дома. Сейчас будем добавлять химию в бассейн. Мы, конечно, неправильно сделали. Нужно было сначала стенки бассейна тоже промазать альгицитом, что ли. Сейчас посмотрю, как это точно называется. В общем, я тут купила две химии. Вот такую вот жидкую. Ну да, альгицит. Вот такой. Его нужно было помазать. Ну, сказали, что еще его нужно 150 мл добавить в бассейн. От водорослей написано оно. И хлор. И вот в этот поплавок добавить таблетки хлора. Вот. И открыть. Здесь как-то регулируется. В общем, сейчас будем разбираться. И включить насос часа на 4, на 5. Заяц, смотри, тут Зоина еще сумка. Они же приезжали. I used to believe.